Мужчина, ударивший полицейского, не остался безнаказанным. Карагандинец приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает портал bnews.kz со ссылкой на областной суд. 15 апреля гражданин вместе с 3 друзьями, находясь на остановке в 12-м микрорайоне, криками нарушал общественный порядок. Выяснить причины нарушения порядка к парням подошли полицейские и попросили предъявить документ, удостоверяющий личность. В ответ хулиган ударил полицейского кулаком. После полученного удара полицейский попытался удержать правонарушителя за одежду, однако тот вырвался и убежал. Хулигана задержали. В Октябрьском районном суде Караганды рассмотрено дело по обвинению молодого человека. Приговором суда подсудимый признан виновным, и ему назначили 2 года лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима.